А первый номер будет белорусский блюз. Белорусский блюз. Белорус... Старый, добрый. Ну, Белоруссия известна блюз. Всем как родина блюза. Да. И, естественно, первыми выступают команда «Три палки по паку». Точнее, наверное, две палки по пакуле. Три палки по пакуле, получается, выступают. Нет, две палки по пакуле. Я справился. Отсюда. Пожалуйста, прошу вас, выходите. А да, друзья, делать? Берите текст песни, который, в принципе, вам будет не нужен, но на всякий случай скажу, что это песня «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота». А я думал, тут по-польски. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота». Кота. И можете так, как угодно. Тра-та-та. Итак, значит, собственно говоря, мы репетировать не будем или будем? Так а что надо делать? Ну, традиционный блюз белорусский. Вы что, не помните его, что ли? Прям блюз? Да. Hey! А, тогда поехали сразу. Будьте добры, пройдите в переодевалочную, вас там преобразят. Как следует каждого. Может быть, что-то напомните? Ноту еще раз. Спасибо. Вы думаете, он запомнит ее? Ну ладно. Это же Папакуль. Жепапакуль. Жепапакуль. Лжепапакуль. В смутные времена лжепапакуль пришел на Россию лжепапакуль. Да, еще припев такой. Скажите, а вот вы запоминаете эту музыку по нотам как-то? Нет, это... Я вот здесь нарисовал себе, видите, точечки. И нажимаю. Потому что запомнить... А здесь дергаю. Я же давно вас предлагал. Давайте научимся играть на гитаре. Думайте слово. Михаил. Да ладно, ну я не смогу ну, никогда. Ну-ка, ну перестыдите, да ну дайте, ну подойдите сюда. Ну просят да люди, ладно, ну. Перестань. Да я не умею. Я... Да ну. Да я правда. Да кто умеет? Посмотрите, на не они что ли, я что ли умею? Вот так вот зажмите, вот как я вот здесь вот умею. Вот так зажмите. Так? Действительно не умеете. Ну вот держите, держите, нормально, держите, держите. Все, да, да, вот так чуть-чуть пониже пальчик. Держите, вот так. Вот этот пальчик? Вот так вот сюда поставьте, вот пальчик. Какой? Все, все, зажали, все, держим. Держим. Аккуратно держим. Не трогаем. А? А? Здорово. Эй, эй, эй! И а? Все, что ли? И все. А вы думаете? Главное, знаете что? Не трогать. Ничего не менять. Эй, эй, эй! Понятно? Да. А можно уже снимать? С вас 200 евро за урок. А можно уже снять пальцы? Да, пожалуйста, пожалуйста. Аккуратней. И на раз, два, три. Раз, два, три. Прекрасно. Все. Подходите еще. Отлично. Ну а что вы, в самом деле? А то, знаете, вот прям, вот мы виртуозы там. Да? А, так вот. А ставят им пальцы там, за сценой еще. Да? Вы. Нет. А если бы вы посмотрели на рисунок, который у меня изображен? Где? Вот здесь, видите? Точечки специально. Да. Написано. Возьмешь с утра, это в обед, это к вечеру. А. И все. Здорово. Ну, давайте, может быть, пригласим наших белорусских музыкантов. Группа так и называется. Адский. Папакуль. Действительно. Адский Папакуль? Но мы же в начале программы сказали, что мы не будем употреблять этих слов. Адский, а тем более Папакуль. Ну, хорошо, давайте измените хотя бы одно слово. Давайте как-то, может быть, эти... Белорусские... Папакули. Драники. Драники хорошие. Хорошее, тяжелое название. Драники. Драники. Отодраники. Настоящие белорусские отодраники. Поехали. Соседи! Мертвые соседи!
красивые! Ура! Красота! Красота! Мы ведем с собой мертвого кота! Красота! Красота! Здоровая красота! Обезьяна! Еще один куплет. Про кровь. Про кровь. Мы не допели. Это была группа, группа «Белорусские драники». Спасибо большое. Прошу вас. Баба Культовая.